наш младший научный сотрудник. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какие молодцы. Чистота, порядок. А вот моего мужа ни за что стирать не заставишь. Доцент бы заставил. У тебя какой срок был? 1 год. Помогите! Хулиганы зрения решают! Как его зовут? Гаврила Петрович. Тебя? Федя. Тебя? Али-Баба. Я же сказал, клички отставить. Это фамилии, а имя Василий Али-Бабаевич, Вася. Хорошо. Как верблюда. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Ну, Саня, вот тебе напарник. Перевоспитывается. Отлично. А почему шептом спит? Спит? В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. Учит народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, это не надо. Кончайте спорить. Ладно. Накрывайте. Чувствую, дело к этому идет. Шампанское есть? Только водка. Где это я? Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. А компот? Компот. Приступим. Приятного аппетита. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. В милиции на них нужно жаловаться. Действительно, черт знает, что такое. Дерут с трудящихся втридорога. Никогда, никогда еще Воробьянин не протягивал руки. Месье, je ne mange pas 6 jours. Кровата. Geben Sie mir bitte. Подайте что-нибудь на пропитание. Фу на вас. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Благодарю за внимание. Одну минуточку. Минуточку, товарищи.
Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу.